Всем добрый вечер. Я Людмила Обухова, ученица школы Никиты Бурлакова. Хотела бы оставить свой отзыв. Вы знаете, сказать мало или сказать много не хватит времени, поэтому постараюсь быть краткой. На этот путь я шла очень давно, 2 года, и все никак не приходило время. И вы знаете, когда я загадала себе желание на Новый год, в первом пункте это была школа Никиты Бурлакова. И вот сейчас, на данный момент, я счастлива. Мне очень с большим трудом досталась эта школа, потому что я сама с Украины, нахожусь в Германии. И в той семье, там, где я нахожусь, для них это бесовщина. Поэтому можете себе представить, как мне пришлось преодолевать препятствия, потому что днем и вообще я не могла заниматься. Мне это надо было прослушать, просмотреть видеоуроки. Поэтому трудности были колоссальные, но я это сделала. За меня переживала вся моя группа, за меня переживал Никита Бурлаков. Я ему огромное благодарствие. Я очень-очень всех люблю. Что хочу сказать о школе? Вы знаете, школа Никиты, она дает такие знания, которые вы даже не можете себе представить. Есть люди, которые говорят: ой, ну у меня это не получится, гипнолог или слипер, это что-то неактуальное, есть какое-то сомнение. Нет, высшие силы дают всем людям, чтобы они могли это узнать. Но не каждый из нас к этому готов. Это 2 большие разницы. Поэтому, приходя сюда, вы открываете себя, вторую я. Открываете новые познания, вы открываете новый мир. Мир, который до этого времени был просто неизвестен. Это общение с очень интересными людьми. Все ребята, которые приходят сюда, мы настолько дружны. А самое главное, что в этой школе есть кураторы. У нас был куратор Александр и Инна. Это люди, которые с нами были 24 часа в сутки. Они отвечали на все наши вопросы, потому что мы как бы все переживали. Нам главное, хотелось все успеть. Нам казалось, что мы можем не успеть. Но вы знаете, Никита настолько все сделал, знаете, вот как упорядочил. Это видеозаписи Никиты, там, где он нам все рассказывает. Это скрины, по которым мы учились, каждые подпункты. К этому настолько такой подход, я считаю, это колоссальный вклад, это колоссальная работа, ту, которую он сделал. Все ребята, которые вместе с ним работают, это тоже люди, которые без них мы никуда. Поэтому я хочу сказать огромное-огромное благодарю, Никита. Благодарю Валечка, которая всегда с нами на связи. Огромное благодарю Инночке и Александру, нашим кураторам, потому что мы без них бы никуда. Поэтому вот сейчас, на данный момент, это уже наша большая семья. Я счастлива в этой семье. И хотя у меня было столько трудностей, но, вы знаете, когда был первый сеанс, когда была первая медитация в моей жизни. Я никогда раньше этим не занималась. Но у меня, я понимала, что у меня внутри что-то есть, которое хочет что-то все познать, которое постоянно у себя спрашивает, кто я, мое предназначение. А оказалось, что у меня уже старая душа, что у меня 5 кармических узлов, что я как бы в этой сфере очень грамотная, только нужен был толчок. И вот Никита мне дал этот толчок. Он открыл для меня дверь. Открыл дверь во Вселенную. Там, где я могу видеть звезды, там, где я могу общаться со своим высшим Я. Ребята, это очень здорово. Я не буду много занимать времени. Я хочу просто сказать, если вы готовы к этому, идите. Без всяких сомнений у вас все получится, потому что насколько у всех подход каждому ученику. А мы все разные,
Но мы все уникальны со своими потребностями, со своими вопросами, со своими какими-то там неурядицами, которые мы, естественно, хотим решить. Поэтому вопросы бывают очень разные, даже бывают такие нелепые, которые нам потом самим становится смешно. Поэтому это настолько уникальная информация, настолько уникальный подход ко всему. Я просто с огромной любовью и с чистым, открытым сердцем я рекомендую, ребята, идите, вы об этом никогда не пожалеете. Но просто спросите сами у себя, нужно ли это вам, потому что не все могут быть инженерами, не все могут быть учителями, поэтому не все могут быть здесь. Это зов сердца, даже не зов сердца, я неправильно сказала, это зов души. Когда ты чувствуешь, что тебе это надо, когда у тебя в груди, вы знаете, что-то такое, которое вот оно распирает, оно хочется, оно так и говорит, открой дверь, войди в меня и почувствуй меня. Поэтому с Богом и в Божий путь мы будем очень рады вас встретить в нашей семье. С огромной любовью к вам, Людмила Обухова. Всем благодарю.